Профориентационные мероприятия в учреждениях образования города проходят достаточно часто. В очередной раз в гости к школьникам заглянули представители Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Их задача – рассказать как можно больше о деятельности и показать на своем примере, как выполнять поставленные задачи качественно и профессионально. Брестский межрайонный отдел осуществляет набор кандидатов для поступления в учреждения образования Академии МВД Республики Беларусь по специальности судебные криминалистические экспертизы. Обучение осуществляется в Академии МВД. Специальность на самом деле очень интересная и очень разносторонняя. Работа судебного эксперта – это широкий спектр задач. Баллистика, изучение подлинности документов и денежных знаков, судебно-биологические и психиатрические экспертизы. Да, деятельность интересная, но не из простых. Поэтому тем, кто видит себя в ближайшем будущем в роли судебного эксперта, к своему профессиональному выбору стоит подходить весьма осознанно. Ведь от результата выполнения исследования нередко зависит судьба человека. Как правило, именно эксперты ставят финальную точку в урегулировании уголовных и административных процессов. В целом, профессия многопрофильная и достаточно интересная. Она охватывает такой спектр направлений, как дактилоскопическая экспертиза, трассологическая, почерковедческая, техническая экспертиза документов, баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия. В целом процесс обучения длится порядка 4 лет, в ходе чего курсанты усваивают перечисленные дисциплины. Их учеба является дальнейшим основанием для того, чтобы получить допуск на проведение той или иной криминалистической экспертизы. Каждый человек, который к нам приходит, говорит что-то, свою точку зрения. Это, кстати, очень помогает часто. Вот, к примеру, нам сейчас приходит, вот в конце я уверен, что вот будем задавать вопросы, каждый будет говорить свою точку зрения. И всегда послушать человека, который с опытом, это довольно-таки интересно. Молодые люди увлеченно наблюдали за опытами, слушали судебных экспертов, задавали интересующие вопросы. Было видно, что встреча внесла некоторое оживление в учебный процесс, а также новые темы для обсуждения в классе. Возможно, кто-то из ребят впоследствии задумается о том, чтобы выбрать для себя такую интересную и такую многогранную профессию, как дело судебного эксперта. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «БукТВ».